Ну что, всем привет, друзья! Сегодня у нас состоится розыгрыш призов на 50 тысяч подписчиков. Я так подумал, что разыгрывать мы будем слева направо, то есть сначала фиолетовый, потом зеленый, потом желтый миксель, а потом мини-фигурочка Лего. Вот, для этого нам понадобится ссылочка на... Так, ссылочка на данный пост, который мы вставляем вот сюда, в приложение Кулаки.ю, которое создано специально для подобных розыгрышей. Так, и ссылочку на нашу группу. И теперь осталось нажать «Определить победителя». Нажимаем, и первым победителем стала Дарья Азанова. Так, переходим. Ага, не фейк, это очень классно. Так, смотрим, да, есть репостик. Дальше давайте проверим айдишник. Айдишник проверяем в комментах на YouTube. Да, в соответствии есть, поздравляю, спасибо. Первый есть. Так, это очень круто. Так, пишем. Привет. Ты победила. Победила. Так, у меня тут даже есть уже подарочки. Вот, ага, все, привет, победила. Так, теперь давайте продолжим. Еще у нас дальше нужно. Так, следующий давайте определить победителя. И стал Сергей Смирнов. Почему-то картинка та же осталась. Переходим на ссылочку. Вот Сергей Смирнов. Так, мы копируем. А, ну сначала посмотрим, есть ли репост. Ага, репост есть. Потом копируем эту ссылочку. Так, и проверяем на YouTube. Есть, вот он скинул, Hunter T. И, собственно, пишем. Привет, блин, что-то у меня с писаниной вообще не сдается. Привет, ты победил. Ага, так, привет, ты победил. Так, давайте теперь дальше продолжим. Блин, Lucky You закрыл. Приложеньки. Lucky You. Блин, теперь ссылки надо еще. Ну что такое? Что-то маленько я это, нечаянно. Так, копируем. Ничего вырезать не буду, чтобы это видео было цельным, так сказать. Вот, копируем обратно ссылку. А следующий, третий победитель. Так, Максим Щедролюбов. Максим Щедролюбов. Камуфляжик, так. Где же мой репостик? Точнее его. Так, ищем. Неужели он так много нарепостил после репоста еще? Да, есть, вот репост. Офигеть. Далеко запрятал. Потом проверка ID. Соответствие есть, круто. Я участвовал, сказал. Вот он. Да. Все, третий победитель тоже есть, сообщение, блин, привет, ты победил, так, привет, ты победил, и теперь осталось разыграть, так, где, вот сюда, фу, я думал, нет, не закрыл, все, осталось разыграть, пакетик Симпсонов, так, определить победителя, и стала Алена Калябина, так, переходим сюда. Так, давайте посмотрим, есть ли тут другие конкурсы у нее были. И вот в моем конкурсе она победила. Так, и я даже не могу ее написать. Класс. И как быть? В общем, ладно, как-нибудь попробую я. Ну ладно, давайте вот так вот тогда сделаем. В принципе, что-то тупанул. Привет, ты победила. Да, все, заявку отправил. И, собственно, на этом все, друзья. Вот так и прошел розыгрыш. Повторяюсь, пожалуйста, потому что очень, блин, зачем вы расстраиваетесь из-за этого? Это тупо рандомный конкурс, в котором побеждают рандомные люди. Не нужно расстраиваться, очень надеяться. Просто как бы... делайте репосты и все. Вот как я. Я тоже, в принципе, участвую в таких розыгрышах и ни разу не побеждал, хотя регулярно делаю репосты и так далее. Но, блин, как повезет уж.
Так что, пожалуйста, не расстраивайтесь. Еще конкурсы будут обязательно, не только на большие даты. Думаю, будут небольшие всякие конкурсы, тоже репостные. Вот, в будущем я так планирую делать их побольше. Вот теперь решил. И, собственно, на этом все, друзья. Всем спасибо, кстати, за поздравления. Очень было приятно. В комментариях просто всем ответить невозможно. Вот, но на YouTube, в смысле, с поздравлениями очень приятно было всем, что писали и так далее. Всем огромное спасибо. Вот, всем пока. Видео сейчас мало на обоих каналах, потому что сейчас у меня тут такие, вообще, у меня скоро госэкзамены, там диплом и так далее, времени очень мало. Так что не обессудьте, скоро все будет. Вот, нужно только снять, уже тут купил вещички. В общем-то, ладно, все, хватит болтать. Всем спасибо, друзья, и всем пока.